Итак, я таки нашел, где открывается наша дверка. Вот там было подойти на компьютер, нажать. Так что мы с вами залутались. В принципе, можем и выходить, ехать к нашему деду. А точнее, к деду друга. Так, единственное, что не могу понять в этой игре, зачем нам вот это вот столько вида оружия. Ну, то есть, здесь эффективно это коктейль Молотова, ХЕшки и АКМ. А все остальное, вот это, ну, такая бесполезная штука. Я не знаю, в принципе, зачем его было добавлять. Так, сейчас, секунду, все. Пошли тем. Ублюдок, мать твою. Витя, вертушку заводи. Это, то есть, нам сейчас надо будет вертушку сбивать, да? Правильно я понимаю? Так, надеюсь, я попадаю. Да, попадаю. Слышь, Витя, остановись. Витюня, все хорошо, зайчик. До побачення. Так, давайте заполним боекомплект. Ага, все, один из трех есть. Поехали дальше к деду. Я же говорю, я не знаю, зачем столько в принципе здесь оружия и зачем я во все это играю вместе с вами. Ля-ля-ля-ля. Мы с вами выбили страйк, вроде так называется в этом, как его, в бойлинге. Неплохо. Вот реально, я бы сюда добавил бы чуть поменьше вот таких вот челиков, которые на тебя бегут. И с автоматом тоже, которые сбривают тебе сразу по 25% хитпоинтов. Надеюсь, здесь засады никакой не будет. Ага, тихо. Засады нету, но... Но нам придется с вами, я так понимаю, открывать дверку, да? Ёб твою. Испугал дядю. Реально испугал дядю, как обычно. А интересно, эту хрень нельзя взорвать, не? Я так понимаю, что нет, да? Ну да, наверное, ее не взорвать нельзя. Так, ладно, если я сейчас прыгну вниз, тут она сейчас, наверное, как обычно, побегут монстры. Так, хорошо, пополнили. Ага, а как мне сюда пройти? Наверное, вот так, да? А, не. Не-не-не. Это так не работает. Во. Наверх. Наверх. Только не решу, мне вот эту вот штуку взорвать надо будет. Или все гораздо проще. А, все гораздо проще. Я думал, что сейчас нужно будет взрывать и с вами куда-то наверх заходить. Не, погоди. Наверное, все-таки надо будет взрывать, да? Или нет? Таки да или таки нет? Таки нет, походу. А здесь... вот оно, проход где. Хорошо. Так, мужчины, вы тут зависаете. Можно я пройду, хорошо?
Так, ну вот эти вот штуки мне уже не нравятся. А, то есть ты можешь залезть, да? А, нет, не можешь. Не можешь. Хорошо. Так, давай еще раз. Я предлагаю сразу спалить их всех. По максимуму. Чтоб они нам в дальнейшем не мешали. Епэ. Испугал. Давай, иди сюда. Все. Допрыгался. А, вы еще и на потолку, да, я смотрю. Не, ребят, давайте, наверное, попробуем по максимуму это все сделать. Просто здесь сейчас, если будет какой-то супер-пупер босс, и эти на меня начнут нападать, не хотелось бы. Ага, вот мне нужно наверх вентиль выкрутить. Тихо, 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 не рычи. Ёб твою, блять. Испугал. Испугал. Отойди. Рычун ты наш. Все, хорошо. А теперь, наверное, наверх, да? Теперь, наверное, наверх. Блин, ладно. Так, тихонечко, тихонечко. Дай подняться. Мы с вами что-то сделали. Мы с вами что-то потушили. Ага, потушить-то мы потушили. А теперь нужно вон туда, наверное, залезть. Давай поскидаем это все. Кто это рычит? Понял. Мистер Рычун, да? Так, дай мне сюда. А мне по-любому сюда надо будет запрыгнуть. Так, хорошо. Отлично. Ёпаю. Сука, отстань, отстань, гнида. Ёб твою. Тихо, 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 не-не-не. Фу-фу-фу, фу-фу-фу. Ага. Вот сюда. Блин, у нас 21 хэдпоинт. Хорошо. А эту штуку нам нужно будет ставить с вами. Дай сюда. Можно пройти, пожалуйста? Спасибо. Надо будет, наверное, куда-то сейчас вставить и прикрутить же этот к его подачу газа. Тихо.
Ага. Ну, я-то вижу, куда его нужно вставить. Давай, наверное, мы сделаем вот так. Возьмем в руки автомат. И вот сюда вставим. Так, здорово, мелкий. Как оно? Он не забыл сейчас сохраниться. Сука. Бесишь меня, бесишь меня. Нет, 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 не то. Не то, не то. Все заново проходить надо будет сейчас. Где ты? И вон еще рычун. Вон еще мистер рычун. Так, дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Как же они меня бесят, вот эти вот зомбаки в этой игре. Ну, можно же было адекватно как-то это все сделать. Я б твою... Выдержит? Ага. Не выдержит. Так. Ну дай запрыгнуть, ну дай, 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 дай. Ну мы же так хорошо начали. Все, стой. Мы же так хорошо начали. Все, отлично. Отлично, отлично, ребят. А ну, где вы там? У меня для вас маленький пидоруночек. Ой, ёб твою. Вы серьезно? От газа оно... Оно отскочило от газа? Ёб твою, ля. Понял, все. Граната детям не игрушки. Просто забей. Реально, просто забей. Дай, пожалуйста, сюда. А можно было положить бы эту штуку в инвентарь, не? Ну, как во всех нормальных играх. Ага. Понятненько. Ну, инвентарь такая штука есть в играх нормальных. Тогда можно положить спокойно это все, а не идти задом. Так, я хоть правильно иду? Ну, по идее, да. Ага. Да-да-да. Страшно, вырубай. А где ты? Только не ври, что я потерял эту штуку. А, ну да, она куда-то телепортировалась. Она сквозь текстуру упала, да? Ясненько, ясненько. Ясненько, понятненько. Ясненько, понятненько. Ну, на текстуры, значит, на текстуры, правильно? Я, в принципе, не против еще раз загрузиться. Что тут такого? Ну, проходим мы 60 минут одну и ту же самую миссию с вами. Ну, в этом же ж нет ничего такого. Правильно, может, нет ничего такого. Все.
закончились. Так, ладно. Давай еще раз. Не знаю, кто в здравом уме будет проходить ее на полном серьезе. Так, хорошо. Дай мне, пожалуйста. Дай. Все. Присели и пошли. Потихонечку, помаленечку. Сейчас ставим этот вентиль и сохранимся. Ну, либо, по крайней мере, попробуем. Мозги крушить. Так, давай сохранить игру. Так, мы ее сохранили. Берем в руки коктейль Молотова. Давай, ребят, по одному. Чисто по одному, пожалуйста. Давай еще. Все? Ёб твою. Нет, не все. Нет, не все. И там еще кто там был. Так, лови. Лови. Шикарно. А, еще не все, да? Что это за хрень? Ты кто, братиш? А, тримай. Дон дистанна библиотека. Так, хорошо. Нам, походу, вон туда, да? Только давай еще раз сохранить, все. Не знаю, может тут на какую-то кнопку есть автосохранение, но... Но я вроде не нашел. Так, отлично. О, открыто. Но за нами, наверное, сейчас будут бежать военные. За нами, наверное, будут сейчас военные, да, бежать? Правильно я понимаю? Я сейчас открываю, и тут их 200 тысяч человек, да? Не? Не, нету. Странно, странно. Так, погоди, откуда мы пришли? Кто мне напомнит, откуда мы пришли? Ага, вот отсюда. На, лови. Расслабились и успокоились. Так, это мне наверх. Да, сейчас здесь будет тоже, да, кто-то, наверное. Так, а тебя можно выключить? Нет, нельзя. Ой, еб твою. Все, хорошо, поехали. Здорово. Давай, ребят, подвезу вас к деду. Блять, врезался. Посигналить нельзя, никак. Я в PUBG, когда играю, то ли. В основном сигнале, что я еду. Ну все, неплохо. Миссион комплект. Хотя, опять же, мы и так уже сколько с вами прошли. Могли бы немножко приупростить бы задачку нам. Чтобы не пришлось по 700 тысяч раз реально это все перепроходить. О, катсцена пошла. Значит, мы таки добрались. Поздравляю нас всех. Похоже, на машине я дальше не проеду. Придется идти пешком. Ну, таки проедешь. Вот смотри, иди сюда, вот так берешь.
Вот сюда так. Врум-врум-врум-врум-врум. И проехал. Как вам, а, ребят? Ладно, давай, сохраняемся. И пошли. Тут, наверное, как обычно, сейчас кто-то сидит, да? Или никого нету? Так, ну на мосту, наверное, нам взрывать придется. Сейчас, наверное, здесь где-то будут снайперы. Военные. Либо монстры. Так, давай смотреть. Эту штуку мы взорвать можем? Ага, нет, не можем, потому что нам вот сюда зелененьким подсвечивается. О, прикольно. Вот это я взял бы. Можно мне новую пусть какую-нибудь? Так, дай угадаю. Тут закрыто, да? Интересно, а лаборатория X16 здесь будет? Как в сталкере. Или не будет. Ну, миссия с вертолетом была, так что надеюсь, будет X16. Так, бонжур. Что ты, одна нога здесь, другая там, да? Чилишь? Чилишь, отдыхаешь? Так, ага, нужен аккумулятор, я понял. Чтобы что-то кого-то, да? Но здесь монстра по-любому не должно быть, вот, мне что-то кажется. Так, вниз, да, говоришь? Одна. Она будет дорого, запомнишь, чтобы аккумулятор отнести. Ничего не вижу. Так, ага, вот и аккумулятор. Я понял, мы сейчас, наверное, вставим с вами аккумулятор. Ой, извините, мужчина. И на нас, наверное, попрут потом зомбаки. Или монстры, или кто они такие. Ой, извините. Я таки приношу свои обучающие. Все, свет включили, а значит что? А значит правильно, а значит сейчас будет лагать все у меня. И что нужно? Вниз, да, наверное? Спускаться. Ладно. Давай спускаться вниз. Так, ребят, не пугайтесь, но по-любому. Новости, граждане. Сейчас будет скример. Никто не знает, почему так произошло. Но по нашим наблюдениям из видеокамер мы выяснили, что в тот день работал один из заключенных под номером 48. Все склоняется к тому, что это было им запланировано. И что этот заключенный самый главный террорист... Врешь, собака. ...во многих жертвах. Неясно, как он выжил в этом эпицентре взрыва. Но ясно одно, что он выжил и убивал всех на своем пути. Откуда у него столько сил? Откуда такая жестокость? Потому что я росомаха. Это пытаемся выяснить. Поймать его не так просто. Если увидите его, то обязательно сообщите. Вот его фоторобот. Запомните его внимательно. Это террорист, который не остановится ни перед чем. Всем гражданам сидите дома. На улицах многочисленные беспорядки. Спасибо за понимание. Пожалуйста. Так, игра сохранена. Хорошо. Нам нужно вниз. Только аккуратненько, потому что я знаю, как ты спускаешься. А в основном никак, ты любишь просто падать. Так, хорошо. Нам нужно вот на лифте, наверное, да, отсюда уехать. Ну, чтобы уехать на лифте. Ага, тут будет у нас супер-пупер-босс, я так понимаю. А значит, время сохраняться. Я уверен, сейчас начнется. Проверяй. Ну да, ну да. Яйчишки, яйчишки. А здесь, наверное... Ой, ёбаный, сколько у вас тут, ёбушки-воробушки. Ага, у меня нету коктейля Молотова. У нас коктейля Молотова с вами нету, ребят. Это плохо, я могу сказать.
Очень плохо. Блин, может и эти яйца взорвать еще? А? Как думаете? Там же монстры внутри находятся. Ой, как же тут лагает. О, здорово. Как ты? Бум. Бум. ТП. Это мы делаем вот так. И продолжаем. Ёб твою. Понятно. Ясненько, понятненько. Это сейчас на нас побегут, да? Сюда. Бабайки. Либо не, да. Так, лови. Лови, братюнь. Ладно, давай эту штуку заюзаем. Ты не хочешь? Нет, ты не хочешь. Ёб твою, блять. А что это за? Что-то за хрень. Сука, 16 хп. Понятно, 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 понятно. Сейчас, короче, мы проебемся с этой хуйней, я так понимаю, да? Очень долго и нудно. Ладно. Давай, крушить. Мозги. Может, мне надо вниз спуститься куда-то? Как думаете? Все, закончились. Давай, наверное, на этом моменте мы с вами сохранимся. Да, сохранимся. Возьмем в руки дрын. И посмотрим, может реально нам вниз нужно будет спуститься? Как думаете? Или нет? Так, бум. А, эта херня не работает с ней, да? Бум. Сука, монстры. Монстры. Зомби. Зомби, 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 зомби. Лови. Хорошо. А что это за хрень маленькая ползет? Бля, еще пиявки здесь. Ага. Ага. Это еще и пиявки. Ой, а можно, можно уйти, пожалуйста? Сука, гребаные пиявки. Гребаные пиявки. Что мне с ними делать? Ясно. Воробей хуй приделать. Что мне с ними делать, блять? Какая тупорылая миссия. Какая тупорылая миссия. И хер его знает, что мне с этой помойкой делать, честно. Понятно, что убивать будем сейчас пробовать, но
Вы сами видите, что они вообще не адекватные. Особенно эти пиявки. Особенно эти гребаные пиявки. Ёб твою. Мозги крушить. Бесишь меня. Сука. Эта хрень не срабатывает, понимаешь? Ля-ля-ля-ля, хп, 5 штучек осталось. Вот что мне с ними делать? Скажите, пожалуйста, вот кто мне скажет, что мне с ними делать, если они вообще не хотят. Слышь, дебилы, вас не сильно ли много? Не сильно ли вас много ли тут топает, скажите мне, а? А, даже так. Вот это нахера, зачем эта хрень, да? Только оно не сработало нихера. Я не знаю, что мне делать. Честно, не знаю. Честно, без понятия, что мне делать. Пожалуйста, беги. Пожалуйста, беги. Беги, я тебя прошу, ну не стой ты на месте, ну алло, ну игра. Ну будь ты человеком. У меня есть коктейль молотого, да? А можно не стоять? Спасибо. Спасибо. Дай пройти. Дай пройти. 27 хп. Дай пройти. 27 хп. Беги, не останавливайся. Я сейчас походу откисну, да? Пожалуйста, откисни, откисни, пожалуйста, я тебя прошу. Пожалуйста, откисни. И не стой на месте. Две секунды, три, четыре, давай, 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 еще пару секунд. Дай, 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 дай. Сука, нет, нет, пожалуйста, нет, 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 ну, ну какого хуя? Боже, сиж, блядь, сука, разработчик, просто... Просто спасибо тебе за такую прекрасную игру, серьезно. Боже, какой дебил создал эту игру. Ну вот, ну что это за хрень? Ну реально. Отстань. Отстань, отстань, отстань. Отстань.
Но зачем тебе такая мощная пушка, если она вообще ни хера не срабатывает? Кто мне скажет? Ёб твою. Ага, закончилось. Нет, еще один выстрел есть. Гранатомет. Если бы он еще не останавливался каждый раз, было вообще шикарно. Все. Наконец-то. Просто уходи. Уходи и дверь закрой. А можно мне? У меня нету ни хера. Нужно будет сейчас с этой хуйней разобраться. Микаса, Микаса. Так. А можно мне коктейль Молотова? Или у нас нету? Ля, сколько их? Сколько этой херни здесь? Игра сохранена, хорошо. Давай смотреть, куда нам дальше. Ну, по логике вещей сюда же, правильно? Только здесь тупик. Или мне взрывать надо здесь? А, мне рука нужна, еб твою. Помните, да? То есть мне наверху там рука нужна была. Ясненько. Вот это вот монстр специально руку здесь охранял. Хорошо. А ты реально думал, я еще раз откисну и все. И в принципе на этом наше прохождение закончено. Ну ладно. Хоть бы какие-то укрытия сделали, я не знаю, но это реально полный бред. Тем более он начинает плеваться вот этой кислотой. Ладно, что было, кажется, то прошло. Все хорошо, давай руку. Давай мне сюда, пожалуйста, аккумулятор. Нам аккумулятор нужен, ребят. Я ни хера не вижу. Ёб твою, блядь. Ты гляди, шо удумал. Гляди, шо удумали, а? Дебилы. Всё, я надеюсь. Больше нету. Коктейль Молотова классная штука. Так, а можно сделать еще темнее? Ёб твою, блядь. Напугал дядю. Сука, нет. Ёб твою, сколько вас здесь, ублюдки, мать твою, ублюдок, ублюдок, мать твою. Блять, сюда. Уходим. Не, ну вы видели, видели вот эту вот хрень. Наконец-то. Всё. Дай мне выбраться отсюда, пожалуйста. Так, надеюсь, сейчас не будет тут очередного задания. Ага, мы не спускаемся, да? Вместо того, чтобы вверх подняться, мы вниз поехали. Тут я понимаю.
Так, ребят, сейчас, одну секунду, да я посмотрю, сколько я уже. 40 минут. Давайте, в принципе, наверное, на этом мы сохранимся. Сохранимся, вот сделаем вот так. И в следующей серии продолжим, потому что явно нужен немножко, как говорится, перерыв от этой рульки. Так что все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до новой серии.